Друзья мои, добрый день, здравствуйте. Сегодня 17 марта, блогер из Перебийства, КГБ, бывший опальный Бессонов Себастьевич. Ну, вот я зашел в кафе, я хочу вам сообщить очень печальную вещь. 28 марта ООН рассмотрит вопрос о введении войск ООН на территорию Украины. Есть все основания полагать, что положительно будет этот вопрос решен. То есть фактически у Владимира Путина вот на всю операцию осталось до 28 марта. 28 марта, если решение будет принято, то уже под эгидой ООН войска будут введены на Украину, и там, возможно, будет открытое прямое противостояние. Но для чего Путин это делает? Он что, не понимает? Нет, понимает. Ну, во-первых, неизбежен процесс конфискации всех капиталов, да, 90-х годов. То есть, с одной стороны, в тех, которые находятся за границей, в офшорах, их конфискует Международный валютный фонд, принадлежащий россиянам. А если вернуться сюда, то их конфискует Путин, потому что, ну, экономики нет, все, фактически. Теперь смотрите, из 600 миллиардов официальных денег, которых мы в ценных бумагах в Америке хранили, 300 у нас уже конфисковали, да, то есть фактически мы потеряли. Ну, я не думаю, что это случайно было. Почему? Потому что, так сказать, я думаю, что тут очень сложная какая-то игра, и, скорее всего, не обходится без экономического блока, который известно пляшет по чью дуду и в чьей команде играет. Но тем не менее 300 миллиардов мы потеряли. Но, кстати, мы тут же арестовали иностранных банков, предприятий у себя в России тоже на 300 миллиардов. То есть мы компенсировали, не бойтесь и так далее. Так что впереди очень серьезные вещи. И касается прежде всего это пересмотров капиталов, накопленных в эти годы. Потому что они все были накоплены незаконно. Вот у вас, граждане, нет ничего. Вы нищие, а эти по миллиарду и так далее. Поэтому впереди вот очень серьезная ситуация, в том числе и открытое противостояние, потому что еще 18 марта принимает ООН решение по введению НАТО, войск НАТО миротворческих на Украину. Может быть, разделят это после Киева, разделительную полосу создадут, чтобы... Но тем не менее ситуация очень-очень непростая. Всего нам осталось до 28 марта. Ждем. Спасибо, ваш Бессонов Себастьевич.